Еще одна классная встреча прошла в городском дворце детского и юношеского творчества. В рамках проекта школьники получат уникальную возможность лично пообщаться с деятелями культуры, учеными, спортсменами, общественными деятелями, а также заявить о себе. Мне понравилась эта встреча, потому что я узнала больше о правилах дорожного движения. Мне понравилось поговорить с педагогом, задать какие-то интересные вопросы, на которые мне ответили. Мне бы, наверное, хотелось больше узнать о повседневной жизни педагога, потому что здесь все-таки говорили про профессию больше. «Классные встречи» – это один из ключевых проектов российского движения школьников, стартовавший в сентябре 2017 года. На его основе сотрудниками городского дворца детского и юношеского творчества был запущен собственный проект. В музее я работаю с 1 марта 2019 года, и мне очень хотелось организовать какой-то проект. Детей у меня своих нет в музее, поэтому совместно с Яной Николаевной мы решили организовать проект, который называется ГДТЮ «Флагман российского движения. Классная встреча». Мы запустили этот проект в сентябре. Встреча проходит раз в месяц. Каждый раз мы приглашаем кого-нибудь из наших педагогов. Приглашаем школьников, которые входят в состав российского движения школьников. Педагоги городского дворца детского и юношеского творчества с удовольствием посещают классные встречи. Для них это не просто опыт работы с детьми, это возможность рассказать о себе и поделиться полученным опытом с подрастающим поколением. Я очень волновалась, честно вам скажу, но ребята, мне кажется, очень заинтересованы были, очень внимательны, задавали вопросы. С ними я провела такой турнир «Гений дорог», где они отвечали на вопросы. Мне кажется, что встреча удалась, я получила удовлетворение. Денис Лавров, Михаил Корзняков, Павел Соложни, новости Тагил ТВ.